Здравствуйте и добро пожаловать на уроки французского языка. Je m'appelle Alexandre, je suis professeur de français, et aujourd'hui, l'étudiant de français vous invite à sa rubrique lecture avec des commentaires. Чтение с комментарием. Также существуют рубрики «Verbe découverte» – познание глаголов, «Groupe de verbe» – глаголы первой, второй, третьей группы, там времена. Посещайте «Étudiant du français». C'est une pause avec plaisir. На переменке с удовольствием. Ну а мы с вами в рубрике «Lecture avec des commentaires» читаем рассказ «Perle académique». Un matin, M. Gaston Boissier, secrétaire perpétuel de l'Académie française, arrive chez l'écrivain Renan. Un matin, однажды, M. Gaston Boissier, секретарь перпетуэль, постоянный секретарь французской академии, de l'Académie française, arrive, приходит chez l'écrivain Renan, к писателю Renan. Je viens vous annoncer une nouvelle, dit-il. Я пришел vous annoncer, вам сообщить новость, une nouvelle, dit-il. Дитиль, инвертированная форма, прямой речи в словах автора переставляются, подлежащие и сказуемые. Иль, ди, прямая форма, как обычно говорится. Дитиль, либо в вопросе, либо вот в данном случае в словах автора. Je viens vous annoncer une nouvelle qui va vous humilier, которая... Humilier – унижать. Qui va humilier. Va humilier – форма будущего времени, которая образуется от aller плюс инфинитив глагола, передает ближайшее будущее, которое вас унизит. Местоимение vous стоит перед смысловым глаголом humilier. Je viens vous annoncer une nouvelle, dit-il, qui va vous humilier. Я пришел вам сообщить новость, говорит он, которая вас унизит. Quelle nouvelle? Какую новость? Mes autographes se vendent plus cher que les vôtres. Vendre, продавать. Глагол третьей группы. Se vendre, продаваться. Возврат глагол, когда действие переходит на сам объект. Plus cher que – дороже, чем. Plus – более, que – чем. Более дорого, чем. Мои автографы продаются дороже, чем ваши. Les votre – ваши. Притяжательное местоимение. Ça ne m'étonne pas, répond Renan, même. Это «étonner» – удивлять. Посмотрите, перед «étonner» стоит местоимение «me». Вообще, это форма «me», которая, по идее, должна слиться с глаголом, поскольку она заканчивается на «э», а глагол начинается с гласной. И что у нас происходит? Происходит апостроф. «Ça ne m'étonne pas». Это меня не удивляет. Отрицание «ne pas» стоит вокруг всей глагольной группы. Ну, в глагольную группу входит не только глагол, но и в данном случае местоимение. Répond Renan. Répondre – ответить. Глагол третьей группы, который есть уже у нас в Verbe découverte. Это меня не удивляет, répond Renan, отвечает Renan. Mais, но. Mais comment le savez-vous? Но как это
savez – это глагол savoir – знать. Знаете вы. В вопросе опять происходит инвертирование, то есть перестановка подлежащей и сказуемого. В красном выделено подлежащее, которое стоит после глагола и даже соединено специальной черточкой, соединительной чертой. В прямой форме – vous le savez. В нашем варианте – mais comment le savez-vous? Hier, à la salle des ventes rue Drouot, on a vendu. Вчера в зале продаж на улице Drouot, on a vendu. Что это за форма? Он – неопределенно личное местоимение. Оно может заменять любое личное местоимение – я, ты, мы, они. Чаще всего в французском языке оно заменяет «мы» либо «они». On a vendu. Продали. Поскольку vendu participe passé глагола vendre. On a vendu aux enchères deux lettres. Une de vous et une de moi. Продали на торгах два письма. Одно ваше, одно мое. La première a été vendue 3 francs. Первое было продано за 3 франка, et la seconde 5. Обращаю ваше внимание, мы с этим дальше будем работать. La première – это письмо женского рода в русском языке. Оно не женского рода. A été vendu благодаря этому, вернее, из-за этого. Vendu. На экране красным выделено только participe passé. Глагола vendre. E добавляется. Elle a été vendue. Été participe passé глагола être. Поскольку когда фраза образуется с помощью глагола être, подлежащее согласовывается с прилагательным или в данном случае с причастием. Итак, она была продана. Je le sais, dit Renan, mais il n'y a pas de quoi être fier. Je le... Я это, c'est... В верхней строчке savez-vous. Знаю. В верхней строчке знаете. Être fier – быть гордым, гордиться чем-то. Я это знаю, говорит Renan, но не с чего. Быть гордым. Илья по отрицанию Илья имеется. Есть. Нечем гордиться. En savez-vous la raison? La raison – причина чего-то. La raison de quelque chose. Я обращаю ваше внимание, что когда нам надо сказать savez-vous la raison? Этому причину знаете? В данном случае дополнение, введенное с прилогом de, заменится на местоимение en, которое в данном случае, да как всегда, в общем-то, стоит перед глаголом. Знаете ли вы тому причину? Но нет. C'est parce qu'il y a dans votre lettre trois fautes d'orthographe. Это потому что il y a, имеется, dans votre lettre, в вашем письме, trois fautes d'orthographe. Три орфографические ошибки. Je l'ai là sur mon bureau. Вот оно у меня на моем письменном столе. Là, здесь, там. Je l'ai. По идее, мы должны сказать je la e, но так не говорится. Поскольку если местоимение la или le стоит перед глаголом, начинающимся с гласным, то происходит апостроф. Как мы видим, je l'ai. Я ее имею. Ее письмо, еще раз напоминаю, письмо женского рода. La – прямое дополнение.
c'est qui, выделительная конструкция. Один из моих друзей выделил мою интонацию. Купил ее. Acheter, participe passé, глагол acheter, покупать. Il l'a acheté, он ее купил. Parce qu'il a vu ses fautes, потому что он увидел эти ошибки. Il me l'a apporté, он мне его принес, aussitôt, en me disant, сразу же говоря. Vu, participe passé, глагол voir. Il a vu, он увидел эти ошибки. Apporté, participe passé, глагол apporté, приносить. Он принес ее, il me l'a apporté. Обращаю ваше внимание. Le. Еще раз. La. Прямое дополнение, которое стоит перед глаголом. В данном случае глагол avoir. A. И именно из-за этого у participe passé добавляется e. Согласование. Он ее принес. Если перед формой passé composé стоит прямое дополнение женского рода, то причастие согласовывается вот этой «э». И обращаю ваше внимание, что прямое дополнение «ле» стоит ближе к глаголу, а косвенное дополнение «не» стоит дальше от глагола. «Il ne l'a apporté». Aussitôt, сразу же. «En disant», говоря, но переводим мы «Он мне его принес сразу же и сказал». «Vous donnerez cette lettre à monsieur Boissonnier». «Vous donnerez» – «Вы дадите» – «Futur» – глагола «donner». «Это письмо, cette lettre à monsieur Boissonnier». «Si on la laisse circuler» – «laisser» – «не мешать», «позволять что-то сделать». «Если мы дадим циркулировать ему dans le public» – «ходить в публике», avec ses ornements grammaticaux, с этими грамматическими украшениями, ça pourra faire du tort à l'Académie française. Ça pourra, это сможет, ведь у глагола pouvoir, faire du tort, причинить вред. Это может причинить вред французской академии. Следующий этап, мы начинаем читать. Un matin, Monsieur Gaston Boissier, secrétaire perpétuel de l'Académie française, arrive chez l'écrivain Renan. Je viens vous annoncer une nouvelle, dit-il, qui va vous humilier. Mais quelle nouvelle? Mes autographes se vendent plus cher que les vôtres. Ça ne m'étonne pas, répond Renan. Mais comment le savez-vous? Hier à la salle des ventes, rue Drouot, on a vendu aux enchères deux lettres, une de vous et une de moi. La première a été vendue 3 francs, et la seconde, 5. Je le sais, dit Renan. Mais, il n'y a pas de quoi être fier. En savez-vous la raison? Non. C'est parce qu'il y a dans votre lettre 3 fautes d'orthographe. Je l'ai là sur mon bureau. C'est un de mes amis qui l'a acheté parce qu'il a vu ses fautes. Il me l'a apporté aussitôt, en me disant « Vous donnerez cette lettre à monsieur Boissonnier. Si on la laisse circuler dans le public, avec ses ornements grammaticaux, ça pourra faire du tort à l'Académie française. » C'était « Étudiant du français, lecture avec des commentaires ». Nous avons lu Perle académique, le récit qui m'a beaucoup plu. Il y a aussi des rubriques V
Verbe découverte, groupe de verbes. Et un. Visiter étudiant du français, c'est une pause avec plaisir. Et moi, je vous laisse en vous disant, si vous avez eu des questions, écrivez à l'étudiantfrançais@gmail.com. Je vous remercie encore une fois et je vous dis au revoir.